Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы говорим про инвестирование, мы говорим про получение пассивного дохода в долгосрочном периоде, в спокойном режиме. Мы не говорим о трейдинге, мы говорим про инвестиции, долгосрочные инвестиции. Тема нашего сегодняшнего общения – это стратегии инвестирования, какие основные ошибки люди совершают и как этих ошибок непосредственно избежать. Итак, что же такое стратегия инвестирования и о чем бы здесь хотелось поговорить? Есть всегда нулевой шаг, прежде чем начать в принципе инвестировать. Прежде чем искать какие-либо способы, куда вложить свои денежные средства, нужно понимать, для чего вы это делаете, или ответить на вопрос, зачем. Зачем вы это делаете? Почему я об этом говорю? Потому что мой опыт с 2005 года говорит о том, что деньги, капитал губят, наверное, две основные вещи. И здесь нужно понимать, что в инвестициях первый шаг, если вы действительно приходите к грамотному финансовому советнику, инвестиционному консультанту, то первый вопрос, о чем нужно говорить, и в принципе, да, то есть как понять, к правильному вы консультанту пришли или к неправильному, это консультант не должен вам рассказывать про инвестиционные продукты. Консультант должен задавать вопросы. Помимо всего прочего, в настоящий момент вообще Центральный банк обязывает независимых консультантов, финансовых советников, в принципе, проводить опросы, проводить профилирование клиента, какие риски он готов принять на себя, какие цели клиент перед собой ставит, какую норму доходности он может определить. Почему это важно? Потому что, не получив ответы на эти вопросы, вы не можете подобрать инструментарий. Даже если вы прекрасно владеете инструментарием или финансовый консультант является носителем инструментария, то этот инструментарий должен применяться к чему-то. То есть, условно, у консультанта он знает, как обращаться с лопатой, да? Но лопатой можно делать все, что угодно. Лопатой можно там саперными лопатками. У нас и демонстрации в Советском Союзе разгоняли. И можно огород перекопать, и яму выкопать. И, соответственно, вопрос, какую цель-то мы ставим, да? То есть, что нам непосредственно нужно сделать. То же самое с инвестиционными инструментами. Они могут выполнять абсолютно разные задачи. И здесь очень важно понимать, какие задачи вы ставите перед собой. И когда мы говорим про ошибки инвестирования, я хотел уже непосредственно к этому перейти, то первая ошибка заключается в том, что люди ставят финансовые цели в цифрах, в деньгах. Я очень много видел в свое время личных финансовых планов, в которых люди как раз-таки пишут: я хочу иметь там пассивный доход 1 миллион рублей в месяц, я хочу купить машину, я хочу купить квартиру, я хочу купить загородный дом, я хочу путешествовать, да, и там какие-то вот такие вот, он приблизительно прикидывает, то есть что за цифры такие, какие бы он хотел непосредственно иметь. И это не совсем правильно, и я сейчас расскажу, почему это неправильно. Ну, в данном случае речь не про то, что это абсолютно неправильно, а речь про то, что любая цель, она должна быть понятна мозгу. То есть, вот часто люди говорили, какие бы книжки еще мог посоветовать. Я вот могу в данном видео посоветовать книгу Алана и Барбары Пис. Называется она «Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого». То есть, каким образом устроен мозг у человека, на чем он фокусируется, то есть, какое количество информации мозг обрабатывает, сколько он реально может обработать. И почему случаются такие чудеса, что когда вы покупаете новый автомобиль, который вы хотели, чтобы он у вас был эксклюзивный, да, вдруг таких автомобилей становится много. Или когда жена становится беременной, все вокруг друг становятся беременными, да, и вы такие: оба-на, как это так? Или как мой конкретный пример, сейчас детям себе купили велосипеды горные, и ты просто идешь по улице, везде как бы все ездят на горных велосипедах. То есть почему так устроен мозг, почему это работает, на чем и как происходит фокусировка, и самое главное, как это применить к достижению недостижимых, казалось бы, целей. Цели, они должны быть, во-первых, конкретные, и должны быть определены стоимость этой цели. То есть сколько она стоит? Это первое. Если доход, то не просто я хочу получать 1 миллион в месяц. И здесь можно поставить на паузу, сделать небольшое упражнение. Давайте мы предположим, что вы получаете 1 миллион рублей в месяц. Ну, люди, которые хотят такие цели перед собой поставить. Вот именно для таких людей можно сейчас поставить видео на паузу и написать в течение 3 минут, куда вы тратите 1 миллион, который вам приходит каждый месяц на карточку. При этом инвестировать нельзя, ну, потому что будет еще больше, чем миллион. Откладывать куда-то нельзя, вы должны именно тратить. После
того, как вы честно ответите на этот вопрос, я уверен, что если вы были честны перед собой, если вы были честны передо мною, хоть я и нахожусь по эту сторону экрана, то в этом случае вы не потратили 1 миллион. Потому что если бы вы знали, куда вы будете тратить 1 000 000 рублей в месяц, то для вас бы этих проблем не составляло. Второе, вывод, который можно с этого упражнения сделать. Если вы знаете, когда вы будете и как тратить 1 миллион рублей в месяц, я могу вас уверить, что у вас этот 1 000 000 в месяц обязательно будет. Цели должны быть конкретные, потому что после того, как вы определили конкретные цели, начинается процесс планирования, то есть как вы к этим целям придете. И так как вы к этим целям будете идти определенный промежуток времени, то на пути от вашего текущего капитала, от капитала, который вы будете регулярно инвестировать, будут, назовем это, проблемы, да, с которыми вы будете сталкиваться, которые будут выражаться в том, что, во-первых, будет инфляция. То есть, если мы говорим, что инфляция в стране 7%, вы должны понимать, что через 10 лет стоимость вашей цели в деньгах будет в 2 раза больше. То есть, инфляция всего лишь 7%. Для России это нормальные параметры инфляции на самом деле. И здесь мы получаем, что если мы хотим купить автомобиль, который сегодня условно стоит 3 миллиона рублей, и мы, соответственно, в личный финансовый план зашили параметры, что мы хотим там через 5 лет или там через 10 лет купить премиальный автомобиль, который стоит там 3-5 миллионов рублей, то в этом случае мы должны понимать, что если реальная инфляция в России будет в районе 7%, то в этом случае нам через 10 лет нужно будет иметь не 3-5 миллионов рублей, а нам нужно будет иметь там в районе 6-10 миллионов рублей, то есть поправки на инфляцию. Второй момент. У нас есть такое понятие транзакционных издержек. То есть если вы инвестируете, у вас это все равно связано с определенными издержками. Начиная с издержками фиксированными, которые вы получите в качестве брокерской комиссии, которую удержит брокер, в качестве комиссии, которую удерживает управляющая компания, если это элементы доверительного управления или ETF и биржевые фонды. Это может быть, назовем это, комиссия на дурака, когда вы начинаете использовать какие-то хайп-проекты в надежде, что вы выскочите вовремя и, в принципе, теряете деньги. И то есть вот эти вот вещи, они все тоже влияют на итоговый результат. И поэтому получается, что когда мы просто написали «я хочу иметь 3 миллиона рублей на автомобиль», то в этом случае нужно ответить на себе, в какой промежуток времени вы это собираетесь получить, почему именно 3 миллиона, и на самом деле, как у вас будут инвестироваться денежные средства, чтобы как минимум покрыть инфляцию и снизить транзакционные издержки, которые, в принципе, мы будем нести. Последний элемент транзакционных издержек – это налоги. Да, то есть налоги, которые вы платите, инвестируете ли вы в российском правовом поле, инвестируете ли вы в иностранные ценные бумаги, являясь квал-инвестором, где идет, может быть, может получиться, что идет повышенный доход на доходы, которые получаются. И это тоже в итоге снизит итоговую доходность. Квартира – это нереальная цель, ну, то есть нечеткая? Квартира – это нечеткая цель. Ну, то есть квартира может быть однокомнатная квартира в Воронеже, которая находится там где-нибудь, я не знаю, там, на Машмете. И однокомнатная квартира может быть где-нибудь на Манхэттене. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, определения локации, определение, почему именно эта квартира, и определение, сколько она стоит сейчас. И третий момент, когда вы понимаете, сколько стоит, сколько денег есть, какой капитал размещается, от этого, соответственно, выстраивается картина. Есть точка А, количество денег, которые я имею сейчас и могу направить на инвестиции. Есть точка Б, куда я хочу прийти. Есть некие доходы минус расходы, да, то есть есть средства, которые я могу еще регулярно реинвестировать, есть риск-профиль, да, риск, к которому я готов. И, соответственно, исходя из этого, вот идет комбинация. С этих комбинаций начинаете работать или самостоятельно, или приходите к инвестиционному советнику. И самое главное, вы сразу поймете, стоит ли общаться с консультантом, потому что есть независимые консультанты, есть консультанты брокеров, инвестиционных компаний, и, соответственно, чтобы вам было грамотно сделано предложение, я опять-таки могу сказать, как человек, который работал в этой сфере, очень комфортно общаться с человеком, который знает, чего он хочет. Сколько это стоит, какой уровень риска он может принять, сколько он может направлять на инвестиции, сколько у него непосредственно есть. И здесь очень высока вероятность того, что будет подобран грамотный инвестиционный портфель. Он будет отвечать риск-профилю, вы будете жить спокойно, инвестировать денежные средства, проводить ребалансировки, и цель будет достигнута. Когда же человек говорит, что я просто хочу квартиру, но опять мы снова возвращаемся к тому, что есть латинская поговорка: никакому кораблю не будет попутного ветра, если нет порта назначения. А если я хочу просто 1 000 000 долларов на инвестиционном счету? Но здесь мы опять приходим к тому, что у меня есть прецеденты, когда человек приходил с такой целью и не конкретизированный. Да? То есть в данном случае мы сразу попадаем в зону риска. Несколько причин для риска. Потому что когда будет 1 000 000, вот сейчас тебе хочется, чтобы был 1 000 000 долларов. Когда будет 1 000 000 долларов, будет хотеться 10. Это первый момент. Второй момент, когда
То есть у меня тоже вот недавно был прецедент, тоже мы с женщиной общались на консультации. Она говорит, у меня есть 1,5 миллиона, все, что осталось, да? При этом мне нужно 6 миллионов новозеландских долларов через 5 лет. И здесь мы начинаем соотносить, да, то есть у человека там 1,5 миллиона рублей, а он хочет 6 миллионов долларов в очень ограниченный промежуток времени. И мы приходим к тому, что инвестиции – это всегда сочетание трех вещей. Доходность, надежность, ликвидность. И можно ли за короткий промежуток времени, за столь короткий промежуток времени получить 6 миллионов? Наверное, где-то можно. Но опять-таки люди, которые получают такую доходность, это профессионалы. Это люди, которые там работают в хедж-фондах. Да? То есть они не будут работать с человеком с улицы. Они не будут работать с 1,5 миллионами рублей. И в этом случае человек вынужден будет идти в какие-то рисковые инструменты, там заниматься трейдингом, покупать криптовалюту, да, то есть различные хайпы, я не знаю, финика вкладывать, да, то есть там, где можно получить быструю доходность, потому что у него очень ограниченная по времени цель и очень маленький эффект база, да, ему вот это вот непосредственно нужно получить. И здесь тогда мы задаемся вопросом, а что после вот этих вот 6 миллионов долларов новозеландских, то есть для чего они нужны? Чтобы жить в Новой Зеландии, чтобы дать образование ребенку, чтобы себя комфортно чувствовать, да, и в этом случае мы говорим, что если ты решаешь эту задачу исключительно через инвестиционные инструменты, то ты несешь на себе очень высокие риски. И в этом случае, наверное, мы должны находиться не в плоскости инвестиционных продуктов, а мы должны задумываться над тем, а что сейчас с активным доходом. То есть, какую ценность сейчас мы можем сделать для общества, для людей, какая у тебя есть экспертиза, какие у тебя есть знания, какой у тебя психологический тип личности, что тебе делать комфортно, что тебе делать некомфортно, что гнетет непосредственно в настоящий момент. И тогда мы честно сами себе говорим, что через инвестиционные продукты мы просто несем очень высокие риски. Еще у меня за спиной два иждивенца, которых непосредственно нужно кормить. И поэтому мы тогда когда говорим, рисков здесь поменьше, и мы с этой части не 6 миллионов долларов должны заработать, а 500 тысяч и через 10 лет, 15 лет, но спокойно. А мы фокусируемся над тем, каким образом нам увеличивать активный доход, что мы можем с этим сделать. И там тоже есть различные кейсы, различные упражнения, что для этого можно сделать. Мы можем снять по этому поводу отдельное видео. Вещи, которые работают, работают у моих клиентов, которые во многом благодарны, что они просто увеличивают активный доход в 2-3 раза по итогам 2 лет. И у них инвестиционный портфель становится больше не от того, что они с инвестицией много зарабатывают, занимаясь трейдингом или торгуя с плечом, а просто из-за того, что у них образуется дополнительный доход, который они могут направить на инвестиции. Таким образом происходит рост инвестиционного портфеля. Друзья, если хотите, чтобы вы тоже получили данное видео, обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления на выход новых видео на канале. И еще очень важный момент, что когда люди ставят цели, они ставят очень большие цели. Ну, то есть я видел единицы, у нас отдельно есть в рамках платинового тарифа в закрытом клубе инвесторов, у нас есть отдельное упражнение на индивидуальные встречи, когда я непосредственно работаю. То есть человек должен прописать 300 целей на год. Почему мы это делаем? Потому что практика показывает, что 80% людей, вот опять, если быть честным перед собой и подумать сейчас, что я хочу машину, я хочу квартиру, я хочу, может быть, дом. Я хочу иметь какой-то там пассивный доход, который вот приносит мне мой капитал примерно там, ну, в 1,5-2 раза выше текущих уровня дохода, который я имею в настоящий момент. Вот 4-5 целей, на этом как бы останавливаемся, и это называется такими широкими мазками, да. А я говорю о том, что должна быть дорожная карта, чего хотите. Почему это важно? Потому что у нас на пути в современном обществе потребления маркетинг настроен таким образом, что нам хочется, вышел новый телефон, да, его нужно обновить, там, я не знаю, ты ездишь на машине, она ездит, не ломается, да, то есть, в принципе, все нормально, но, опять-таки, нужно купить что-то новое, потому что там есть функция CarPlay, да, или, я не знаю, там, она чуть-чуть мощнее или, там, чуть меньше топлива она тратит, да, то есть маркетинг работает и обрабатывает нас психологически очень сильно, и поэтому у нас очень много искушений, а, опять-таки, где деньги взять? Когда активные доходы не растут, у нас люди начинают засовывать деньги в инвестиционный портфель, вытаскивать, и не дай бог там какая-нибудь еще хорошая доходность образуется, то в этом случае они могут всю норму прибыли забрать. Это вот первая опасность, которая заключается. И поэтому по-хорошему лучше иметь вот этот вот
возможный уровень трат. Сейчас я вот про это говорю, считаю, что нужно выпустить отдельное видео по поводу финансового упражнения, то есть как вот сделать так, чтобы было вот этих 300 финансовых целей на всю жизнь, чтобы это не разрушало ваш собственный инвестиционный портфель. Это очень лайтовое, интересное упражнение, которое позволяет, с одной стороны, растянуть ваше мышление, чего вы хотите на самом деле. Второе, провести такое некое сито, связанное с тем, что когда люди начинают это упражнение выполнять, у нас есть очень много целей, которые мы ставим и считаем, что это наши цели, но на самом деле это нашими целями не является. Возвращаясь к ответу на вопрос, что же в итоге делать в рамках цели, чтобы избежать основных ошибок. Вы должны четко понимать, какие цели ставить. Это раз. Вы должны определить для себя временной горизонт достижения данных финансовых целей. То есть это, по сути, знать, где мы сейчас и что мы хотим получить. Выстраивается временной горизонт с каких позиций? С позиции того, что, как я уже говорил, любая инвестиция – это доходность, надежность, ликвидность ваших вложений. И в этом случае вы можете попасть в первую, в ловушку. Вы хотите много, не имея для этого существенных причин. Ну, ресурсы, база для того, чтобы иметь это много в короткий промежуток времени. И начинаете вкладываться в рисковые объекты инвестирования. И даже не инвестирования, а в принципе в рисковые инструменты прироста капитала. И теряете деньги. То есть то, что должно прирастать, просто теряется. Совсем теряется. И тогда нужно опять-таки, у нас автоматически начинает увеличиваться временной горизонт, потому что мы должны сначала восстановить то, что мы потеряли, и потом делать правильно. Второй момент. Увеличив временной горизонт инвестирования, вы можете принять, с одной стороны, более высокие риски. Ну, потому что, если мы говорим о фондовом рынке, он, в принципе, долгосрочно растет. Краткосрочно он может и упасть. Второй момент. Вы минимизируете риски, связанные с тем, что ваш капитал будет в минусе. Потому что в любом случае, если мы хотим получать высокую доходность выше банковского депозита, мы должны принять риск. На коротком промежутке времени, на одном годовом, 12-месячном, риски очень высокие. На 3-летнем меньше, на 5-летнем еще меньше. На 10-летнем интервале вообще они там практически сводятся там к нулю. Да? То есть, если мы говорим именно про инвестиции в рынок ценных бумаг, в рынок облигаций. Но здесь можно привести пример. Да? То есть, опять-таки, возвращаясь назад, если мы говорим о том, как влияют вот эти вот, казалось бы, незначительные отщипывания капитала, да, инвестиционного капитала. То есть, условно, я хочу купить новый телефон, я не знаю, iPhone 12 Pro вышел, да, стоит он там, я не знаю, 120 тысяч рублей. И нужно понимать, что если ваш капитал в среднем работает там с доходностью, ну, 20% годовых, то в этом случае с доходностью 20% годовых ваш капитал удваивается каждые 3 года. То есть, если вы сегодня забрали 120 тысяч рублей, то вы должны понимать, что, в принципе, если бы этот капитал остался работать с доходностью 20% годовых, то через 3 года у вас было бы 240 тысяч. И в этом случае вы должны понимать, что вы де-факто потратили там не 120 тысяч рублей на покупку айфона, да, а вы потратили 240. Если говорить там о более длительном промежутке, то эта цифра увеличивается. При этом, друзья, я могу быть обвинен в том, что я какой-то там Плюшкин, скупердяй, да, и давайте будем жить в будущем, да, вот в будущем будет все хорошо, а я вот молодой, хочу путешествовать сейчас, хочу новый телефон сейчас, хочу новую сумочку сейчас, хочу новые сапоги прямо сейчас, хочу новый MacBook сейчас, да, хочу новую тачку сейчас. И что тогда получается, не тратить? Нет, в этом случае есть отдельное такое понятие, лично для себя я вот установил, оно называется «награди себя за профит». Да? То есть, если вы зарабатываете денежные средства, берите, никто вам не мешает. Просто этот баланс, он должен соотноситься. 10% нужно, как я говорю, да, то есть на благотворительность направлять, а 10% тратьте на себя, в том числе с активного дохода, если это позволяет. То есть, если вы зарабатываете, я не знаю, там, 1 000 000 рублей в месяц, то 100 тысяч рублей вы вполне можете потратить на себя, при этом, опять-таки, не забывая про себя в будущем, да, то есть и откладывая на инвестиции, и, соответственно, позволяя себе. Я вообще, на самом деле, предлагаю вам оставить комментарий под данным видео, если вы хотите знать, каким образом лично я, Максим Петров, распределяю свои активные доходы для того, чтобы у меня рос интеллектуальный капитал, для того, чтобы у меня рос инвестиционный капитал, для того, чтобы, в принципе, я мог отдыхать, путешествовать, покупать себе какие-то плюшки, и чтобы я мог на инвестиции направлять денежные средства и тратить на себя. То есть, если интересна процентная развесовка лично в моей семье, каким
образом это происходит. Обязательно напишите комментарий под данным видео. Соберем более 100 комментариев, запишем обязательно такого рода видео, если оно будет вам интересно. Ну и в завершение данного видео, друзья, я хотел бы пригласить вас на бесплатный вебинар. Вебинар, который будет посвящен тому, что мы организуем раз в квартал для нашего закрытого клуба инвесторов, организуем мероприятие «Съезд инвесторов». Мы проводим это каждый квартал, говорим о том, что происходило в мировой экономике, что происходило в России непосредственно, какие ожидания на следующий год, какая у нас стратегия будет в следующие 12 месяцев, какие тактические решения мы будем принимать, потому что сейчас очень серьезно увеличивается неопределенность в финансовой системе, мы видим, как растет инфляция во всем мире, мы видим, как печатные станки активно печатают денежные средства и разгоняют экономику просто до немыслимых скоростей, которые, наоборот, уже сейчас нужно замедлять, потому что начинает расти инфляция. И как себя чувствовать спокойно в такой ситуации? Как минимум, вы можете посетить бесплатный вебинар про то, что мы будем рассказывать на съезде. Вы узнаете, что происходит сейчас в мире, какие существуют основные риски. Ну, а уж если у вас будет желание платно принять участие в нашем закрытом мероприятии, познакомиться лично со мной, познакомиться с клиентами нашего закрытого клуба инвесторов, провести нетворкинг и прекрасные 2 дня в сообществе инвесторов, что называется, обогатить свои знания. Приглашаем, будем рады видеть всех. Ссылка в описании. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. С вами был Максим Петров. Увидимся в следующем видео про лучшие упражнения для инвестора. До новых встреч, друзья. До свидания.